Приветствую всех. Продолжается пивное прохождение. У нас к базе идет банда наемников. Есть у нас девочка Майкала Виггинс. У нее неплохо прокачан огнестрел. У нее есть моя любимая кемперская воздушечка. Да, но с другой стороны можно поступить и так. Посмотрим, они идут да, в ту сторону. Подсобрать девочек всех у ворот. Ну, вернее, не у ворот. Бог с ним, потом я им по новой раздаю задание. Ну ты курочками занимайся. Да, тут немножко неудачная стена. У меня не выровнял я все площадки. Поэтому не везде они смогут хорошо бить через бойницы. Но понадеемся. Надеемся. То, что они смогут это сделать. Ну, давай, Изичка, и ты тоже. Звездуй, повоюйся. Ну и мы возьмем сейчас нашу алкашечку. Она у нас неплохой стрелок. Да, сделаем быстрое сохранение. Пошла, девонька, пошла. Шо, уроды? Ну, подходите, отведайте нашей свинчатки. Девки, поддержите огнем. Только не сдыхайте. Шквал огня. Реально. Красота и сила. Наши нежные амазонки дали прокакаться. Ну, теперь Изичка тебе, да ну, отдолбитесь от Изички. Ладно, пускай они пока собирают то, что есть, и я вернусь пока к папочке. Папочка у нас делает заборы. Рота. Ну да. Пись. Молодец. Идут торговцы. Явно хотят украсть моих курочек. Мы гвоздички забиваем. Такую табличечка. Продано. Не беспокоить. Так, Изичка, стой. Смотри. Это ж мы, если что, сможем попродавать. Если Desert Eagle, то можно его поносить. Но это обычный пистолет, ладно. Так, о! И полезности. Какие вкусности нам принесли. Добрейшие господа наемники. Они просто повышают товарооборот в моей колонии. О, еще одного Маверика притащили. Тут Маверики. Ну, он Дезерт, не Дезерт. Не, обычные пистолеты. Ну, все равно так неплохо прибарахлились. Так что, ребятки, приходите, приносите еще что-нибудь полезного.
Да, мне теперь предстоит долго и нудно возвращать задание девонькам, чтобы они начали меня трудиться. Пойти поскладывать добро. О, кошеварят девоньки, кошеварят. Ну, да, встретимся, когда начнется что-нибудь такое повеселее. Да, вот новозахваченная база, я все пытался, бегал, бегал, искал. Ни одной, блин, поилки, да, кормушки для курочек есть. Поилок нифига нету. Вашу ж Машу. Я надеялся, у вас тут хоть будет, я для своей базы собрал. Хренушки. Поилок нету, то есть надо будет клепать поилки. Надо клепать поилочки. Коль уж наша Жася так хотела завести курочек и была готова даже на преступление, вот ей дали задание делать поилочки для курочек. Поэтому пускай теперь звездует куда-нибудь, ищет металлические слитки и кует. Она порится на зомби, она сама хотела курочек. О, видишь, как заботится о курочках. Тега-тега, цыпы-цыпы, мои лапочки. Какие вы будете вкусные, когда я вас приготовлю для папочки. Чё-то я ловушки для кроликов вроде бы как давал задание ставить, но говорили, что что-то им не хватает. По-моему, ни одной ловушки-то в конце концов и не поставили. Ну ладно, мы этот вопрос попытаемся решить. У нас тут новенькая завелась, приблудилась. Пока она тут на базе тоже курочками занимается. Пускай занимается, вот не знаю, они вот эти растения автоматом, к сожалению, не собирают. Но все эти делянки, они под мою власть не переходят. К большому сожалению. Полить я могу, собрать я могу, если оно поспело. Но посадить я тут ничего не смогу, и оно в мою власть не перешло. Вместе со всей территорией. Ну да ладно. Те на него. Покушай, покушай капусточку. Покушай, полезно. Особенно для женского здоровья. Так, мальчонок, ты что-то пошел отбирать и собирать. О, мои девки потянулись походу на эту базу за полезностями. Потихонечку отхватываем все тут, все полезное. Отменить роль захват перста, не, мы отменять не будем, мы будем захватывать все. Ох ты ж ешкин кот, на кого ты тут напоролась? Кого-то наша Вера встретила, а кого не пойми чего. Походу мародеры идут. Иди тогда на базу. Может тут у нас люди посмелее найдутся. Так, откуда ты шла? О, да. Да-да-да-да-да. Кто у нас тут? Я не феминистка, но гнусных фашистов я буду убивать. Вот. Не бойся, Вера, я с тобой. Надо было быть смелее. Что-то там подраненная у меня такая, не знаю. Ну, так, все легко и быстро. Где там наша Вера? Ствол у тебя хороший, патроны у тебя, блин, дофигище. Чё ты, блин? Ну ладно. Немножко трусовато ты, подруга. Ну, что поделаешь? Не все родились зоями.
Да, вот если по неавтоматам еще захваченные вот эти, то есть на территории все здания захватывали, это было вообще гениально. Но увы и ах. Ну хорошо, хоть идут собирать полезности. И тоже приятно. Ну, подаренную книжечку читает Шарлоточка. Трудится, трудится народ. Строит свое новое жилище. Дом и неуютном мире. Устал. Устал, заморился. Мальчончик наш. Да, ну и наверное, как он спать пойдет. Я на этом серию закончу. Всего вам доброго. Забегайте, будет еще видео. Насколько интересно, я не знаю. Судить уже вам. Ну, всего вам доброго, не болеть. Только побеждать. Если вдруг чего. И играть в хорошие игры. И смотреть интересное видео. А у нас там рейдили. Ну, это так. Не пришей туда рукам. Мы будем судить без суда и следствия по приговору тройки. Как это было во времена оные, когда всякую шушваль вычищали в стране. Ну, все, до свидания. У нас все нормальненько, все классно. Чего я вам желаю.